Ром, знаешь, тем не менее, у меня все-таки есть некое ощущение, когда вот мы сейчас говорим о деньгах, если слушают люди там с доходом, ну, тот, который реальный, средний, средний плюс, скажем там, ну, на 10 тысяч гривен в месяц, как минимум, они скажут, да, нормально, ребята, хорошо. Есть люди, у которых там сумма страховки, о которой мы говорим, там 1500 гривен, это третья, четвертая часть ежемесячного дохода. Это не такие маленькие деньги. То есть все равно по-прежнему остается некое ощущение, что таки да, страхование это все-таки для, как минимум, уверенного среднего класса. Ну, начнем с того, что сам по себе средний класс в нашей стране очень сложно определить и кого им считать. Поэтому я здесь немножко, с твоего позволения, абстрагируюсь от классовой сегментации по Карлу Марксу. Скажем так, народ, который, как мы, сидит в ресторане магната, он, наверное, средний так класс. Вот, да, так вот. Так вот, страхование в первую очередь необходимо тем, кому, скажем так, есть что терять. К примеру, для кого будет менее болезненная затопленная квартира? Скажем, для человека с многомиллионными доходами ежегодно. Вот, ну, затопили ему там стенку, пострадал диванчик. Угу. Да, и все то. Да, ну грубо говоря, когда то, что пострадало от страхового случая, ну это приблизительно там, скажем, треть ежегодного дохода. Да, то есть. Вот для таких, может, и, а зачем ему заморачиваться? Им, то есть, скажем, для них он, что разбитая, для них там разбитая машина, что для нас разбитая чашка. Хотя, тем не менее, вот этот класс, он очень исправно страхуется, тем не менее. Вот. А теперь давай посмотрим на другую сторону. Как раз те, о которых ты говоришь, там, что это там, может быть для кого-то треть ежемесячного дохода, но мы говорим о годовом размере. Если мы все это пересчитаем на месяц, то средняя страховка квартиры в месяц, которая есть у нас, составляет приблизительно 120 гривен в месяц. Да, то даже те, для кого полторы, это треть дохода, то 120, опять-таки, не особо ощутимо. Ну, 120 гривен в месяц, это, если взять сегодняшний проезд на метро в 2 гривны, да, то это мы получаем 60 поездок на метро, если поделить на 30 дней в месяц, то это 2 поездки на метро. На работу обратно. Ну, да, 2 поездки на метро в день. Да. Но, хоть ты и не захотела говорить о ремонте, но я о нем все-таки напомню. А теперь давай подумаем, сколько ежемесячных или годовых доходов вложено в среднестатистический ремонт. Вот когда люди действительно на свои кровные заработанные, там накопленные, отложенные, в этот самый ремонт ввязываются. То как ты думаешь, вложив в него, там, скажем, годовой доход всей семьи или двухлетний доход всей семьи, да, неужели в данном случае сотая часть, то есть 1% вот ежемесячного дохода, это цена вопроса, чтобы сохранить то, что был вложен годовой или двухлетний доход всей семьи. Ром, а тогда вопрос не для записи. Пиши. Ром, тогда вопрос не для записи. Тем не менее, как бы, если ты говоришь, все это правда. Насколько я знаю, страховки недвижимости у нас очень мало распространены. Почему? То есть действительно, да, все, что говоришь, обосновано, это логично, это не только как бы попытки страховых побольше продать, но при этом страхуются все равно много. Здесь я вынужден высказать один упрек в адрес практически всего страхового рынка о том, что страховые компании очень мало ведут информационно-разъяснительной работы. Мне кажется, мало, а мне кажется, эфир забит, особенно до кризиса он был забит. Забит эфир немножко не теми вещами. Да, то есть просто расклеить борт и написать «страхование майна» это, извините, не бутылка пива, потому что бутылка пива, это понятно, что это и как этим пользоваться, и для чего это надо. Вот, а вот а если против этого на борде повесить там страхование там, имущества, недвижимости или еще чего-то, это непонятно. Нужно понимать, что это такое. То есть нужно с потребителем здесь нужно работать. И не только средствами вот, наружной рекламы, а соответствующими публикациями, соответствующими разъяснениями. Здесь, безусловно, нельзя не вспомнить усилия господина Сосиса Александра Иосифовича, который, кстати, делает очень
много и частично и очень много эффективных попыток как раз донести до потребителя саму идею страхования. Ну, согласна. Здесь можете Да, само исполнение другое, но по крайней мере сами, сами посылы к тому, что как бы страхуйтесь, потому что экономия, вот одна из его фраз, что экономия на страхование это не экономия, а безумие. Да, здесь я вынужден полностью с ним согласиться, потому как это действительно так и есть. Более того, если мы возьмем среднестатистические данные, что как минимум 10% семейного бюджета уходит просто ни на что, просто в никуда. Больше, в реальности больше. А если и больше, то из этих 10% выделить еще 10%, то есть 1% от всего, просто на страховку, ну, по-моему, более чем обоснованно. И здесь опять-таки вынужден сделать комплимент нашим коллегам страховой компании АСКО, то, что у них действительно очень много уделяется внимания как раз вот этой разъяснительной работе. И опять-таки, то есть не расцените это как попытку их побольше разрекламировать. Это разрекламировать АСКО сильнее, чем я разрекламировала. Уже невозможно. Дело не в этом, а дело в том, что здесь я как бы объективно к этим вещам отношусь, потому как действительно могу сказать, что особенно подбор профессионалов сделан очень хорошо. То есть, скажем, столько именно действительно специалистов по страхованию, которых в нашей стране очень мало, когда они собраны как бы под крышей одной компании, это действительно комплимент. То есть это большая редкость. Для сравнения, вот сейчас мы кратненько вернемся к страховке от несчастных случаев. Вот давеча собирался я продлить свой полис страхования, ну и решил посмотреть, а что ж на рынке предлагают. И вот в одну из страховых компаний обратился, вот, где мне начали уточнять, а вам нужна страховка от несчастных случаев для кредита банковского? А может, вы за границу едете? Ну, то есть в самой страховой компании не поняли, что я пришел добровольно, вот мне нужна просто вот обычная страховка от несчастных случаев. Финал этой истории закончился тем, что я получил ответ. Такого для частных лиц у нас нету, а только для корпоративных клиентов. Так что... Я просто человека, который пришел и купил все у сторонников страховки от несчастного случая. Если бы это был лайф или медицина, я бы поняла, но это от несчастного случая. Да, и тем более, что в этой страховой компании, я не буду говорить какая, у меня застрахована квартира. Я думал, как раз вот в одном флаконе скомбинируем. Дом у меня, естественно, застрахован ВАСКО. Это... Тут даже без вариантов было. Почему? Чтобы точно не рисковать? Ну, я серьезно говорю, там достаточно большая в случае чего сумма выплат. И большая сумма раз, и спокойствие это два. Ну и в-третьих, это, скажем, теперь нам очень близкие коллеги. А как же без этого? Да, но тем не менее. Идя весь этот путь, то есть мы давно с ними и начинали переговоры, и продолжали, и внедряли. И по разным видам у меня были полисы в разных компаниях, да, и оказалось, как там для этого парасичного гражданина приобрести страховку от несчастных случаев, о которых мы говорили, оказывается, даже те, кто и хотят, не везде могут, потому что не везде это дают. Я уже сейчас не трогаю медицинское страхование. Это тема совершенно отдельного разговора. Вот, поэтому главный недостаток, он кроется именно здесь. Потому как нужно не просто писать на борде «застрахуйте квартиру», да, а объяснить вот на пальцах, как это, вот для чего это нужно, сколько она стоит, сколько нужно заплатить и какой получается от этого экономический эффект. Для семейного бюджета. Безусловно.